Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Не знаю, как вы, а я уже готовлюсь к Новому году. И я купила вот такие полотенчики, видите, упаковочку новогодних, которые можно также стелить и как салфетки. И шишечки там, видите, почти совсем натуральные, как мои. Только побольше. И еще к ним я на этом блошином рынке купила тарелочку. В прошлый раз я забыла вам показать вот эту тарелочку, такую очень красивую, которую я купила на блошином рынке ретро. Стоила она, как и все, там 100 рублей. Ну и вот я планирую ее вот уже для завтрака на одного, пожалуй, будет. И вот еще одна моя покупка, такой вот подсвечник. Вы знаете, что я вообще-то не люблю гжель с золотом, и я предпочитала покупать до этого просто белый с синим. Облака на синем небе, белый с синим, снег и лед. И все же в новогодние дни отблеск новогодних огней золотой придаст моему сету настроение праздника, мне так кажется. И посмотрите, как носик моего фронтоватого чайника чем-то схож с ручками подсвечника и отлично подходит подсвечник к моим почти невесомым чайным парам. Осталось купить только свечи, и можно уже вечером пить чай. Я хочу сказать, основание достаточно такое большое. Смотрите. Кстати, с подписью. Да. Настоящее произведение искусства. И хочу еще отметить, что гжель — это ручная роспись. Не только вручную его делают, но это ручная роспись. Поэтому, да, авторская работа. Действительно, произведение искусства. И сразу вспоминается сказка, да? Как Иван-царевич поймал жар-птицу. Да, ну и сказки под Новый год. Мы все любим. Конечно, для этого сета я специально купила вот такую замечательную вазочку из купоросного стекла. Почему такой цвет, а не темно-синий? Потому что мне он напомнил, опять же, это новогодний у меня сет.
И он мне напомнил льдинки, льдинки, которые тают. Ну вот просто замечательные льдинки. Купила в дополнение к своему роскошному подсвечнику, к чайным парам и фронтоватому чайнику. Чудесная вазочка была создана в СССР. Как увидите дальше, она без цены и клейма, с волнистыми краями и милым узором. Высота ее 11 сантиметров, диаметр тарелочки 16 сантиметров. И она идеально подходит для сета из гжеля. Ах, этот предновогодний аромат апельсинов и мандаринов, которые напоминают нам, что любимый праздник уже не за горами. Желаю вам прекрасного настроения и радостных и удивительных чудес. До встречи, мои дорогие!